Дмитрий Иванович. Да. Дмитрий Иванович, а вы Дмитрий Иванович? Да. Да. Ну, слава богу. Варвара. Ой. Что здесь произошло? Дмитрий Иванович, эксперимент вышел из-под контроля. Так какого же лешего вы меня не остановили? Я пыталась. Плохо пытались. Ой, родненькая, кто же вас так? Я? Это не вы. Фу. А кто? Это он. Это он. Варвара, это все я? Дмитрий Иванович, вы после 350 грамм резко меняться начали. Так. Я все сущности в таблицу-то и занесла. Угу. Вот сущности образно, а это граммы. Ну, поехали. Дмитрий Иванович, это понятно. Так, Дмитрий Певец, это я еще помню. Митяй Певец и танцор. А, это я тоже помню. Дима Ловелас. 400 грамм Ловелас. Вы разделись и за мной бегали. Ну, это понятно. Так, Димон Быдло, Варвара, примите мои искренние и глубочайшие извинения. Вот, болит? Да ладно вам, раствор коварен. Да, да. 500 грамм, Димасик Плакса. Это? Это вы на пол сели? Так. Голову руками обхватили и начали причитать. Никто меня не любит, умру, никто не вспомнит. Раствор непобедим. Да. Это еще хорошо, что я на 550 остановился. Дмитрий Иванович. Сульфат натрия. Не остановился, значит. И что это? Димыч Правдоруб, это что? Это вы слезы вытерли. Так. На стул вскочили. Ага. И начали кричать. Царизм обречен, Нобель Ой. Бездарь, у Варвары нету титик. Не может быть. Это я палку перегнул. Вы же понимаете, это всего лишь научная гипотеза. И могу вас уверить, что это останется между нами в рамках, так сказать, эксперимента. Я понимаю, но вы это в окно орали. Народу много было? Все. Раствор бездушен. Ничего святого. Так, а этот Иваныч ветеран, это что? Герой войны. Какой войны? Насколько я поняла, всех. Так. Вы мне полчаса про свои подвиги рассказывали. Так. А как доказательство свой шрам от аппендицита демонстрировали. А вот это, Димка... спорим, добил. Это что? Это вы, профессор, на крышу через окошко залезли? Угу. Штаны спустили и заорали. Спорим, добью до колодца. Народу много было? Все. Добил. Дмитрий Иванович, я отвернулась. Я спросил, добил? Добил. Варвара, пиши. Результаты и последствия эксперимента потрясают. 700 грамм раствора, тире 9 отвратительных человеческих сущностей. Восклицательный знак. Пьешь вдевятером, а с утра стыдно одному. Да, Варвара. Раствор.